Я приветствую. Первое, что хочу сказать, вместе с вами хочу поблагодарить Бога за вот это красивое лето, которое Бог нам дал. И осень-то у нас уже середина осени. Посмотрите, как все приятно, все красиво. Слава Богу. Книга Откровения. Вторая и третья главы. Христос обращается к семи церквам. В то время, в первом веке, когда они существовали, тогда Он к ним обращается. Иоанн пишет на острове Патмос, куда он был сослан, «Напиши». Но самая главная цель у Христа через этих семь церквей, у него обращение к самой церкви, Вселенской церкви, которая существует уже 2000 лет. И Христос через эти семь церквей, Он обращается к каждому члену церкви, ко мне, к вам. Через Смирнскую церковь Он обращается и говорит: «Не бойся». Вторая глава, 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Не бойся. Будь верен до смерти. Не бойся. Будь верен до смерти». Посмотрите, за 2000 лет церковь по местам очень часто была в гонениях, особенно в первоапостольское время. Когда-то в нашей той стране, откуда мы приехали, где-то сейчас в других странах преследуются христиане. Он говорит: не бойся. И будь верен до смерти. Не на 2-3 дня, до конца, до смерти. Филадельфийская церковь, 3 глава, 10 стих, говорит он так: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Через Филадельфийскую церковь Он обращается к церкви, к нам, каждому. Если ты сохранишь слово терпения, то есть ты сохранил себя для меня, потому что ты жил по Писанию, живешь по Писанию, по моему слову ты живешь, я тебе сохраню от годины искушения, от великой скорби. Она очень скоро придет. А теперь посмотрите. Смирнская церковь, Филадельфийская церковь. Остальные пять церквей, Он обращается к ним, говорит: покайся. Пергамская церковь, покайся. Фиатирская церковь, я дал ей время покаяться. Сардийская церковь, 3 глава, 1 стихи. Покайся. Лаодикийская церковь, покайся. И сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели Ефесскую церковь, к которой, обращаясь, Христос говорит: покайся. Если не покайся, сдвину твой светильник. Пять церквей. Он обращается к ним и говорит: покайся, покайся, покайся. Ефесская церковь. Мы о ней часто слышим. У нее очень хорошо было организовано. Я сейчас все это не буду читать. И я исторические данные не буду сейчас говорить. Мы уже хорошо знаем. У нее хорошо было организовано всякое служение. И говорит Христос, что ты видишь, где лжеапостолы. Это хорошо. И еще что Он говорит хорошо. Дела николаитов ты ненавидишь, я, которые тоже ненавижу. Христос говорит: дела николаитов я ненавижу. Что это такое? У нас мало что известно, но посмотрите, как Христос поставил дела николаитов рядом с учением Валаама. Это когда Он говорит к Пергамской церкви. Учение Валаамова нам известно. И тогда надо будет нам посмотреть примерно, как и Валаамово учение, так и николаитов. То есть николаитское движение, оно считало, что немножко от язычников в церковь, немножко, можно,
чуть-чуть. Каким-то грехам были лояльны вот эти николаиты. То есть дружба с миром чуть-чуть можно. Христос говорит, ненавижу. И теперь смотрите, что самое главное, за что покаяться нужно, в чем покаяться нужно Ефесской церкви. «Но имею против тебя», 4 стих 2 главы Откровения, «но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Итак, покайся, если не покайся, сдвину светильник. Первая любовь, которая у тебя была, ее сейчас нету, ты оставил первую любовь. На эту тему хочу говорить. То есть, если в 50-х, 60-х годах апостол Павел послание Ефесянам пишет, и он говорит очень много поощрительно, он благодарит Бога за ефесскую веру и любовь. Здесь уже Христос через 35 лет примерно пишет, любовь ты оставила, первую любовь ты оставила. Или ты оставил, если так говорить. Интересный вопрос. Давайте чуть организуемся. Что такое первая любовь? Второй вопрос. Оставил ты любовь? Причина какая? Второй вопрос. Третий вопрос. Кто я такой, Господи, перед тобой, если я не имею любви? И четвертый вопрос. Что мне теперь делать, если я в таком состоянии? Итак, вернемся к первому вопросу. Что такое первая любовь? Отношение к детям? Нет, это не об этом. Отношение к родителям? Нет, не об этом. Любовь между мужем и женой? Нет, не об этом. Так что такое первая любовь? Вы можете сказать, друзья? Я скажу. Пятая глава Римлянам, пятый стих. Римлянам 5 глава, 5 стих. Божья любовь излилась в сердца наши. 5 стих, вторая половина. И что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Любовь Божья, она излилась в наши сердца Духом Святым, который в нас находится. Когда мы это имеем, когда мы получаем эту любовь, еще раз, любовь Божья, не моя любовь просто к человеку, любовь Божья, вот она тут нужна как раз. Она приходит к нам когда? При покаянии. И апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. А мы так можем сказать? Да, конечно. Почему? Мы когда покаялись, мы имеем эту любовь. Божья любовь к нам пришла. Как это работает? Посмотрите. Божья любовь к нам приходит, и эта же любовью этой уже Божью, и я обращаюсь с любовью к моему Богу. Так она работает. Это любовь Божья. Она работает к Богу от меня. Она работает, это Божья любовь. Она работает к ближнему. Божья любовь. Вот здесь мы прочитали, 5 глава, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть вы храм Божий сейчас. Вы храм Бога живого. И как апостол Павел говорит, что теперь не я живу, но Христос живет во мне, так и мы говорим. При покаянии, когда мы покаялись искренне, то для нас все было настолько красиво, все такие добрые, все красивые были, дай Бог, потому что в настоящем и продолжительной форме должна быть у нас любовь. Не только в прошлом, в настоящей и продолжительной форме, то есть в процессе продолжительном. Тогда все правильно, тогда мы имеем. Но вот Ефесская церковь, она имела. Не дай Бог, чтобы у нас так получилось. Она должна у нас всегда быть, и причем еще раз говорю, есть у нас любовь такая человеческая, а это нужна, она вот это нужна, которую он ждет от Ефесской церкви, говорит, покайся. Та любовь Божья, которая тебе от меня была дана, ее у тебя нету, ты ее оставил. Второй у меня вопрос,
Какая причина, почему Ефесская церковь оставила любовь? Или когда у нас вдруг случается, какая может быть причина? Я их несколько сейчас скажу о них. Первое послание Коринфянам. Третья глава. Апостол Павел говорит, вы христиане, Коринфянам апостол Павел говорит, вы христиане плотские. Я не мог говорить с вами как с духовными, то есть вы не духовные, вы плотские. А теперь посмотрите, какую он характеристику третьим стихом, первое послание Коринфянам, третий стих. Смотрите, какая характеристика здесь. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, посмотрите, послушайте, почему нет любви. Вот что взамен идет любви Божией. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете? По-человечески я могу тоже любить. Но вы плотские, это первая причина, почему человек оставляет, христианин оставляет вот эту Божью любовь. Значит, покайся, Ефесская церковь говорит, потому что ты оставила первую любовь. Вторая причина, Галатам. Пятой главой Галатам говорит Христос через апостола Павла, вы хорошо шли, кто вас остановил? Вы хорошо шли, вы приняли благую весть, вы приняли Евангелие, вы хорошо шли. Кто вас остановил? 15 глава Деяний апостолов. Первый стих. Деяния апостолов, 15 глава, 1 стих. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Ох, какое это грозное слово. И когда я такой колеблющийся в вере, то для меня это страшно. Мне придется лучше тогда тоже так. То есть благодать, которую вы получили, Галаты, это мало. Вам нужно еще закон исполнять, Моисеева. И что грозно говорит, чтобы спастись, иначе не спастешься. Это кто? Иудейские христиане приходили и помогали галатам делать то наоборот, что делал апостол Павел. То есть вы так легко отдали то правильное, каким-то ветроучением вы так легко отдаете себя. Еще одна причина. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Духа не угашайте. А это что такое? Духа не угашайте. Дух Святой, Он так хочет с нами работать, делать добрые дела, участвовать во всяких служениях по возможности. А вот я в собрание не пойду. Чего там во вторник делать? Ну да, и не всегда в воскресенье иду. А в служении участвовать? Да не я. И спроси ты сам себя, а вообще ты что должен делать? А между прочим, каждый из нас минимум должен иметь талант, отвечать за него надо. Если вдруг закопал, а потом будешь, когда Господин придет, а ты скажешь, а я вот сохранил то, что тебе, то, что ты мне дал. А он тогда скажет, как и тому точно рабу. Поэтому духа не угашайте, горит огонечек, а нам так не нравится. Я, может быть, не всегда хочу участвовать в служении. Нет, это не работает. Перед Богом и так не пойдет. Когда я захочу, тогда я буду участвовать. Проигрываете. Так нельзя. Духа не угашайте. И еще скажу. Значит, 4 глава Ефесянам, 30 стих. И не оскорбляйтесь Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Не оскорбляйте. Там, когда я говорил прежде, духа не угашайте, а тут не оскорбляйте. Это намного грознее. То есть я сейчас не буду комментировать, а прочитаем несколько стихов до этого стиха, а потом один стих после 30-го. Итак, давайте посмотрим. С 25 стиха.
Чем мы можем оскорблять Духа Святого, которым мы запечатлены в день покаяния нашего? С 25 стиха, 4 глава Ефесянам. Посему отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал впредь, не гради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Вот этим всем мы оскорбляем Духа Святого. Не должно быть так у нас, потому что это влияет, еще раз, на ту любовь, которую Ефесская церковь имела. Ты оставила любовь, покайся в этом. Почему получается так, что мы оставляем вот эту Божью любовь, которая к нам приходит, которой мы пользуемся по отношению к Богу, которой мы пользуемся по отношению к ближнему? Мы ее оставили. Каким образом? Вот я несколько перечислил. Но вы заметили, что я не сказал, что при всех этих ошибках, при всех этих грехах, я не сказал, что мы можем лишиться Духа Святого. Не знаю. Но скажу, что по краю обрыва мы можем ходить, это очень опасно, потому что работа Духа Святого как? Когда мы ошибаемся, когда мы согрешаем, что Дух Святой? Он встал и ушел. Нет. Он нас обличает, Он нас наставляет, научает, Он помогает. Нет, не уходит Он, но если мы будем злоупотреблять, конечно, как мы песню поем, но я плачу, потому что вижу Дух Святой, уходит от меня. Это опасно. А теперь третья глава книги Откровения, Сардийская церковь, чтобы тут убедиться, что Духа Святого нет здесь. Смотрите как. Третья глава книги Откровения. С первого стиха, как он говорит, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Это опасно. И ангелу Сардийской церкви напиши, 3 глава книги Откровения. Так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела. Хочу еще раз подчеркнуть, что Христос все дела наши знает. Все Он видит. Попробуйте найти место где-то от Христа куда-то уединиться, спрятаться. Невозможно. Так вот тут он говорит, что знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. 3 стих. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Посмотрите 3 стих. Вспомни, что ты принял, то есть вспомни, что ты когда-то имел, ты имел, а теперь нету. Теперь осталась только оболочка. Ты носишь имя христианина. То есть ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. А теперь, чтобы нам легче все это понять, Ефесская церковь, 2 глава. Апостол Павел говорит ей, вы были мертвы по грехам и преступлениям. Вы были. Это он говорит к верующим людям. Христианам к Ефесской церкви, вы были мертвы по грехам и преступлениям. Но 5 стих говорит, но Бог вас воскресил, то есть вы ожили, вы были мертвы. А сардийцы, они идут в обратном направлении. Они живы были, а теперь мертвы. Смотрите, как получается. Третьим стихом 3 главы Откровения говорит, вспомни, что ты принял, что ты имел, а теперь ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. В другую сторону сардисы идут. Ефесские неверующими были мертвы по грехам и преступлениям, но вы ожили, вас Бог Христос оживил. Сардис, который ведь обращается Христос
к верующим людям, церковь Сардийская, но ты мертв. Но тут не, можем точно сказать, Духа Святого они потеряли. Вот тут точно. Поэтому вот эти все, которые я предложил вам, причины, почему человек может оставить любовь Божию, это опасно, нельзя играть. Берегите себя для Господа, потому что это очень важно вам. Третье, что теперь потом скажу, эти я все причины вам предложил, вы можете что-то больше найти, достаточного всего это, потому что они очень родственные друг от друга. А вот Сардийская церковь, потому что она мертва, там несколько человек только верующие, которые достойны белых одежд. А в основном вся церковь, она мертва. Опасно в чем? Опасность в чем? Нельзя вот так вот дружить с грехом, как пергамская церковь, которая немножко пробовала, почему бы не брать, не применять, не принимать идоложертвенно. Да вот тут предлагают николаиты, чтобы чуть-чуть мирского в церковь можно. А Христос говорит, ненавижу, а мы продолжаем все это делать. И вот теперь еще дальше другое. Если я не имею любви, Господи, кто я перед Тобой? Первое послание Коринфянам. 13 глава нам хорошо известна. Второй стих. Если я не имею любви, то есть я оставил любовь, кто я, Господи, перед Тобой? Последняя строчка второго стиха. Первое послание Коринфянам. То я ничто. Если я любви не имею, вон там, видите, написано, то я ничто. Ноль. Нет у меня. То есть тогда можно сказать, что я, так как и Сардийская церковь, могу быть мертвым. Это опасно. Что делать, последний вопрос, если я в таком состоянии? Ефесской церкви Христос предлагает, что делать? Покайся. Слава Богу, есть время. Но когда не будет времени, этого не сделаем мы, если вдруг все это мы потеряли. Оказывается, очень важно, когда мы имеем эту первую любовь, и надо ее сохранить. Христос, когда нам говорит, Евангелие Иоанна, 13 глава, Он говорит, любите так, как Я вас любил, то есть возлюбил, то есть любите, как Я люблю вас, любите друг друга. Конечно, любите и Меня. Это же первая заповедь. Что нужно для того, чтобы все-таки нам, если мы потеряли любовь, надо пересмотреть, друзья, это очень важно. Не надо играться с огнем, это опасно. Вы видите, в какое время мы живем? Мы не знаем, вот что случилось в Израиле в прошлом году, 7 октября, до сих пор продолжается. Мы не знаем, когда будет конец, а будет ли. Потому что другие страны, которые ближе к ним, они организовываются против Израиля. Это что-то получается, то, что Иезекииля 38-39 глава говорит. То есть Гог-Магог может организоваться и пойти на Израиль. Мы не знаем, когда, по описанию, когда это, то есть, случится, но по описанию это к концу великой скорби они пойдут. С антихристом Гог — это лидер, противящийся Богу. Магог – это люди, противящиеся Богу. Они, возможно, организуются, но не надо нам ждать того времени. Потому что церковь, как я сейчас читал с 3 главы Откровения, если ты сохранишь себя, если ты будешь жить по моему Писанию, я тебя сохраню от годины искушения, от той великой скорби, которая она начнется и в продолжении 7 лет, это жестокая и очень жестокая жизнь будет. Голод, холод, война. И там все это перечисляется, скажем, в 6 главе. И очень многие будут христиане убиты. Они находятся под жертвенником. 6 глава, 10, 11, 12 стихи. Но зачем нам до этого доживать? Ни в коем случае, поэтому у нас есть возможность исправить. И если вдруг я в такой ситуации, если я потерял любовь, что нужно делать? К Ефесской церкви Христос обращается. Покайся.
Надо нам пересмотреть это. Теперь, чтобы нам все-таки так же любить, как Христос нам предлагает, нам нужна все-таки эта Божья любовь, которую мы получили при покаянии. Другой любовью не работает. Чтобы нам всегда иметь интерес к служениям, нам нужна эта любовь. Она будет двигать нас, это точно, к служениям. Мы всегда будем стараться делать что-то доброе. Посмотрите, когда апостол Павел знает или не знает, а ждет его что впереди, да уже он много знал, значит, побои и тюрьмы, и всякие страдания, голод и холод. А он говорит, 11 глава Римлянам, он говорит, а я прославляю мое служение. Как он рад, что он это делает. Нам так нужно тоже настраиваться. А когда мы имеем эту Божью любовь, которую оставила Ефесская церковь, не дай Бог, чтобы у нас так случилось. И если у нас ее нет, тогда у нас интереса к служению никакому нет. Что нужно делать? Покаяться. Мы сейчас будем молиться, дорогие друзья. Если Дух Божий касается, исправляться нужно. И благодарить Бога, что у нас на это выделено время, что мы можем пока еще живые исправиться. Благослови нас к этому, прославить Господа в молитвах. Давайте помолимся. Аминь.